Для нас это честь. Спасибо, что пришли. Я практически никуда не хожу. А тут вдруг я решил, какое-то вдруг возникло чувство, что обязательно надо посмотреть. Я вопреки своему существованию в последнее время, у азербайджанцев говорят, у лжеца всегда рядом есть свидетель. Галя, она может подтвердить, что это правда. Никуда не хожу. Ваше здоровье. Спасибо. Ура! Спасибо. Пока есть такие, как вы, театр будет существовать. Будьте здоровы. Спасибо вам огромное. Ура! Спасибо. Вот это нам подарочек, конечно, на щечки. Будьте здоровы. На щечки подарочек светил. Олег, а есть водка? А, так,